Раз, раз, раз. Заниматься с бородой, поэтому я... Чего? Потом встретимся. Вспомню ваш концерт в Одессе. Я вас люблю, Светлана. Я всех люблю, и Светлану тоже. У меня Светлана, сестра. Тоже сестра. Аленина жена. А что вы еще не любите, кроме ползания по сцене? Ну, я не знаю. Плохих людей не люблю. Легко ли вам живется? Нелегко. Нет, на самом деле нормально. А кому сейчас легко живется? Правильно? Готов? Что грезится вам в час, когда полночная зайдет звезда? Проглянуть в темноте? Вам чудится совсем не те. Ух. Хорошо. Хорошо, когда люди пишут стихи на самом деле. Когда планируется приезд в полном составе? Ну вот я же говорил уже, без обид тем более. Без обид говорю, что скоро приедем. Честное слово. Ну скоро. Как скажут, так и приедем. Думаю, я только так уже здесь неделю. Часто ли вы читаете свои стихи 2 раза 1 в течение вечера? Или это прошел уже выход из самолета? Ну, что-то совсем человек, по-моему, уехал куда-то далеко. Или крыша уехала. На самом деле, по крайней мере, у меня тоже она где-то. Надо поискать. Олег, в прошлый раз ты говорил, что регулярно посещаешь... Штат Мэриленд. Ага, да, действительно. Нерегулярно, конечно, нет. Как помогает? Прочти что-нибудь об осени. Ну, я не Шевчук вообще-то. Ну, про осень у меня что-то есть. Я чуть позже почитаю. А сейчас ты хочешь? Ну, это искать долго там. Вот, а Мэриленд не часто, потому что я был там всего 1 раз. Я думаю, что там больше не буду. А Мэриленд — это штат, американский штат. Вот, там лечат от алкоголизма. Вот. Ну, результат хороший. Уже почти 1.5 года. А может, алкоголизм? Вниз по реке, на челноке, весла ставим на песке. Снова уголок, да, красный стрелок, да, он одинок, да, он мертвый. Он мертвый, мертвый охотник на мертвых поднимет ружье. Дышит века, гости стрелка встретят закат у рудника. Дети войны. Дон, красные сны, вон, тень у стены, он мертвый, он мертвый, мертвый охотник на мертвых поднимет ружье. Выйдем к ручью. В городе мертвых ночью даст нам охотник по ружью. Мишени, охота, ночь огня. Я стал стрелок, стреляй в меня, в меня, в меня, в меня, в меня, в меня. Мы цели, мы тени. Ах-ха-ха-ра, ах-ха-ха-ра. Охотник, охотник, ищи меня, свищи меня, ищи меня, стрелок огня. Он мертвый, он мертвый, мертвый охотник на мертвых поднимет ружье.
Вопросики двоим человекам на сцене. Это нам, Ленька. Вопрос от Алексея П. С последним ряда галерки. Что делать, если жизнь падает ниже нуля? Леня, ты знаешь, что делать? Не знаю. Как странно видеть города. В пустынных окнах звезды тают. Я опечаленные знаю, где молча прячется беда. Какие странные пути, сомнения жалкие, ничтожны, и нам представить невозможно, что кто-то должен их пройти, но кто-то должен их сберечь, идя в огонь сквозь воду трубы. И счастьем сомкнутые губы неслышно скажут: «Дайте меч». И нить надежды разрубить, и, как всегда, рукой коснуться, но лишь бы только не проснуться, как ставить сказки, жить да жить. Как странно видеть города, в пустынных окнах звезды тают, я опечаленные знаю, где молча прячется беда. Но кто-то должен их беречь, идя в огонь сквозь воду трубы. И счастьем сомкнутые губы неслышно скажут: «Дайте меч». Спой мне, птица, лебедь белая, как его я люблю. Спой мне, птица, лебедь белая, как его я люблю. Улетел он белым лебедем, кого я так люблю. Белым снегом, белым лебедем, кого я так люблю. Кони белые под парусом, над волнами луна. Вон летят они под парусом, а над ними луна. Он летел, как птица, падая в далекую страну. Улетела птица радости в далекую страну. Конь унес любимого в далекую страну. Милого любимого в далекую страну. Шлем его серебряный, далекий, как луна. Белая, безмолвная, холодная луна. Только б знала птица белая, как его я люблю. Только пела птица белая, как его я люблю. Ну так пой мне, птица белая, как я его люблю. Вечно пой мне, птица белая, как я его люблю. Мне нужный кто-то за окном стоял и требовал любви. Я все оставил на потом. Я говорил себе, не за что биться, нечем делиться, все в одном.
стоит ли злиться, там за окном птица, птица. Налево дом, направо дом, детишки велика тлован. Собачка дохлая тайком нашла юиску. Не за что биться, нечем делиться, все об одном. Стоит ли злиться, там за окном птица, птица. Вдалеке вонял костер, а рядом плавно падал кран. Плевали звезды, а лифтер знал всю правду. Не за что биться, нечем делиться, все об одном. Стоит ли злиться, там за окном птица, я птица. И крыши видели закат, и стены помнили войну. А я так счастлив, я так рад, что кто-то счастлив. Спасибо. Ясный день клонил к исходу, в небе ходят облака, а по берегу крутому шли четыре гусака. На гу-гу-гу, га-га-га, шли четыре гусака. Да-да, гу-гу-гу, га-га-га, подметая берега. Воробья столкнули в лужу, ощипав ему бока, и столкнули в ту же лужу пожилого индюка. Да-да-да, гу-гу-гу, да-га-га-га, шли четыре гусака. Да-да-да, гу-гу-гу, да-га-га-га, подметая берега. Из-под кустика вспугнули двух влюбленных голубков. Галкам кинули по палке, галки помнят гусаков. Та-та-та, гу-гу-гу, да-га-га-га, шли четыре гусака. Та-та-та, гу-гу-гу, да-га-га-га, подметая берега. Та-та-та, гу-гу-гу, да-га-га-га, шли четыре гусака. Та-та-та, гу-гу-гу, да-га-га-га, подметая берега. А, что сказал? Все нормально. А вы оба не были на Таити? Я не был. Алёня, ты был? Алёня не был. Ваши способы лечения похмелья. У меня способов нет, потому что я не пью. А у Лёньки, не знаю, он, по-моему, тоже не похмеляется. Считаете ли вы, что тексты ваших песен полны глубокого смысла? Не знаю. Может быть. Целый день
за окном темно, я как дым, и мне все равно. За окном ничего не жаль, за окном метели февраль, нудный день за днем, суета вокруг, одинокий дом на ветру. Все равно ничего не жаль, ни себя, ни ночь, ни печаль. Небо напополам дождем, так и живем, но небо где-то не там. Дождем так и живем, на небо где-то не там. Опять порвал. Я чувствую, когда ты рвешь струны. Я запутался, словно паук. Мне не вырваться с копища рук. Обхватило меня, понесло, как забытое кем-то весло. Я запутался, словно рыбак. Сам расставил я сети, и как подлый друс, добрый гад и подлец. Не хочу я идти под венец. Я запутался, я идиот. Это можно исправить, а может пройдет. Только пена в губах, покосившийся рот, мой человечек сегодня умрет. Грустные стихи. Дужда. Я люблю убивать. Надо мною грозное небо. На деревьях ни единого листочка. Где же еще я не был? Где же еще и живые? Льется детский голосок. Мне все равно, лишь бы мертвые были. Хватило бы сосновых досок. Я люблю убивать и резать раны. Для меня это тоже наслаждение. Я еще ведь не очень старый. Мне лишь 20 от рождения. Я люблю убивать. Но это, естественно, это образ. Конечно. Ты в милиции. Так что... Образы. Вот. Надо бы домой, знаю и молчу. Просто хочу, а не могу. Кажется, мне снег подлетел к окну. Боже, сказал, вновь опять замолчу. Волос твой, знаю, странный очень. Губы твои, знаю, они мокры. Так же, как звери, воют они, стонут. Мне же свои мгновения не нужны. Вот я ушел, и вдруг тебя не будет. Все, что сказал, знаю, что я вру. Но не всегда будет все, что будет. Знаю сейчас, я тебя люблю. По-моему, ты этого не читал. Но ничего, не страшно. Можно и хорошее творение еще раз почитать. Настроился? Готов? Готов. Чего готов? Помню, как-то мы с тобой гуляли вместе у фонтана по большой аллее. Ты смотрела на меня, Светлана. А, быть может, любовалась ею Светлана. Потерял я покой днем и ночью, Светлана. Ты ведь знаешь, люблю тебя очень. Если хочешь, я прощу твои обманы. Только ты вернись ко мне, моя Светлана. Если хочешь, я прощу твои обманы. Только ты вернись ко мне, моя Светлана. Я конский череп.
вечереет я на липе. Вот белины напиток выпей. Бег крови я текут чернила. Меня чернильница пленила. Я только в зеркале живу. Когда сверкает наяву, я оценил все за пятак и осужден иметь пятак. Я сапогом одел чуму и в путь иду искать куму. А я вам дам знакомый облик на той сухой и бурой вобле. Смотрю на всех пилой. Я немного плохой и гнилой. Скоро меня под решетку и в замок. Я дикое бешенство самок. Мои люди морозных слюд. Мы бреды ужасной победы. Я изнуренная веками кляча. Зачем я, скажите, для чего? Людским челном в объятия смерча к вам прихожу, ваш сон поперча. Храпеть, хрипеть, рыдать, стонать, шипеть, мы храп и хрип, мы шелест, шум и сип. Петь, хрипеть, рыдать, стонать, шипеть, мы храп и хрип, мы шелест, шум и сип. Где же тот сумасшедший аукцион? Горкуша, встаньте же со стола, где хвост? Ну это же совсем другое, чем аукцион, вы же понимаете, прекрасная Светлана. Ну как же, ну аукцион, много народу, все громко, все орут, все визжат. Вот. А здесь мы приехали к вам вдвоем. Что ты мне говорил? Да, двое. А кто сказал, что мы аукцион? Группы — это много.
надо внимательно читать афиши. Давай, играй. Твой сон еще похож на дом, в котором можно жить, а можно и не жить. Но он проснулся, вы вдвоем. Это знак того, что время уходить. Он идет своей волчице. Он идет своей волчице. Он идет своей кей. Бежишь ты из-под тесных крыш, уже бежишь от пустоты и тишины. И значит, ты уже не спишь, его шаги в твоем саду уже слышны. Он идет своей волчице. Он идет своей волчице. Он идет своей кей. Погоню за самим собой, его убить всего лишь путь себя убить. Беги же чистою тропой, ты видишь у него в руках живая нить. Он идет своей волчицей. Он идет своей волчицей. Он идет своей. Значит, время этих своей волчицы. Если он проснулся, 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 значит, время этих своей волчицы. Он идет своей волчицей. Он идет своей волчицей. Он идет своей. Спасибо. Почитать записочки? Интересные. Олег Леонид, расскажите о питерском клубе грязных эстетов и о вашем участии в этом безобразии. Ну, есть такой клуб грязных эстетов, на самом деле. Нормальный клуб совершенно. Пивной, там пиво продают. Вот. Это один раз был всего лишь. 4,5 тонны – это ваш суммарный вес, и если нет, то что? Ленич, что это? Это сдача. Леня получает кайф от музыки, ты тоже, не говоря уже обо мне. Как насчет остального аукциона? Леня, спой, ну знаешь. Ну знаешь. Ну что-то спой. Нет, на самом деле, вот я объясняю людям не очень понятливым. Хотя объяснять тут, в общем-то, и не надо ничего, и так все ясно, правда? Как вам киевские братья Карамазовы? Да, я встречался с ним пару раз. Хорошие ребята очень. Пьющие. Седьмой, седьмой, отвечай, седьмой, я тебя не слышу. Почему молчишь? За окном чужой, но встал герой и вышел.
волка ночью героя, меч за горами Волга, холод за спиной. Никого не жалко, ничего надолго. Ой. Где еще? Что еще? Я еще? Труба зовет герой, идет, звенит кольчуга. Только злится вьюга, и ветер гонит прочь. Не уйти намного, не найти друг друга. День как день, о, ночь как ночь. Где еще? Что? Седьмой, седьмой, а может быть, седьмой, седьмой, а если бы, седьмой, седьмой, ну если бы, надо бы, если бы я, о, если бы я. Если бы я, о, если бы я, да, если бы я, Спасибо. Пожалуйста. А кто вас надал попасть в интернет? Ну, сами как-то попали. На самом деле, когда я вышел на концерт, когда был интернет, я посмотрел, что в зале находится компьютер, и думаю, что это такое за ящичек стоит. Оказывается, вот снимали концерт наш первый в интернете среди российских групп. Так, как вам нравится? Такой вопрос. Неприличный. У вас недавно были концерты в Донецке, не в Мелитополе, а в Мариуполе. Ваше, написано в Мелитополе. Ваше впечатление от приема в провинции, какая причина такого частого посещения Украины? Ну, пригласили просто, выступили. Вполне нормальное впечатление. Будет ли еще один концерт ВВ и аукцион? Ну, если вот получится, то будет.